А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack. Мы продолжаем проходить Dying Light 2. Это... Не помню, какая серия, короче, неважно. Мы просто продолжаем проходить Dying Light 2. Знаете что? Я уже почти записал серию. Начали мы выполнять с вами дополнительные задания. Довольно интересные дополнительные задания. И у меня зависла игра. Теперь ничего не сохранилось. Короче, прогресс весь пошел по одному месту. И поэтому мы будем сейчас заново с вами здесь все проходить. Благо, я уже, в принципе, относительно знаю, куда идти, что делать. Довольно относительно знаю. В принципе, я думаю, да, этих чувачков, наверное, можно... Бежать. Так, подожди, вот здесь, в прошлый раз... Подожди, а прогресс-то сохранился? Да? Да? Да, он сохранился. Так, хорошо. В таком случае... Ну, блин, подожди, я надеюсь, что... А задание заново проходить или прям вот с того момента, где у меня игра, интересно, зависла? Ну, давайте спустимся и узнаем. О, отлично. Короче, объясняю. Мы нашли рыжего чувака, который нас послал к бандитам, которые нас захотели убить. А это брат этого рыжего чувака. Мы должны были его спасти. Охрана! Стой, стой! Я Дэмиана. Как ты сбежал? Сбежал? Мне незачем бежать. Так ты не... Ты с ними заодно, да? Ну, да. Послушай, Клифф, что меня правда интересует, так это убийство командира Лукаса. Миротворца? Это дополнительное задание, если что. Это не вы его убили? Нахер нам это делать? Мы не самоубийцы. И у нас есть дела и поважнее. Например, ты. Я? О чем это ты? А вы с Дэмианом так и не поняли? Ну ладно. Я люблю своего брата, но он тупица. И всегда им был. Так, давай его по рации вызовем. Дэмиан, это Эйден. Ты меня слышишь? Да. Ты нашел Клиффа? Да, но... Привет, братишка. Ты нам очень помог, прислав их сюда. Доктор Вальц очень доволен. Да, короче, этот чувак работает на доктора Вальца. Прикиньте. Что? Я не понимаю. Да, они меня схватили, но теперь я уже с ними. Пришлось прикинуться, будто меня хотят убить, чтобы ты сделал то, что нужно. Ты сделал что? А только не конючь. Это был единственный способ заставить тебя. Как ты мог так поступить? С ребятами, которых я втянул и послал на смерть. Не переживай, братишка. Это все ради благой цели. Чьей благой цели? Босса, конечно же. А теперь ты прислал парня, который нужен боссу больше всего. Вот такие вот дела, предательство вокруг и везде, и все, и всюду, и сразу. Это он, парни. Тот, у кого игра... Короче, все, они на нас нападают. Попробуй, как вот это, так... Так. Дядя, не надо. Я тебя уже убивал. Ты довольно не такой уж и сложный. Так. Думай быстрее. Так. Подожди, мужик. Блин, я не долечился.
Так. А тебе нравится, тварь? Так, мужик, мы с тобой не будем повторять дуэль, которая у нас была прекрасной, которую я хотел, блин. Эх, жаль. И вот здесь у меня зависла игра. Чё, как? А? Прости, чувак, но пришлось Дэмиан, тебя завалить. Ты все еще здесь? Ответь, Дэмиан. Ты меня слышишь? Дэмиан там в... Айтер. В шоке. Лед помог? Не, это тупик. Не удивлен. Что будешь делать? Копать дальше. Давай. Так, ну... По крайней мере, мы налутались. По красотули. Так. Хорошо. Убили рыжего засранца. Так. Вот у нас тут еще есть дополнительное задание. Давайте его тоже выполним. Проклятые ренегаты. Они напали из засады. Вот тебе, блядь. Попробуем добежать побыстрее. Кто-то там поет что-то. Так, насобираем. Насобираем ромашку. Так, какие-то там языки философии формальные. Так, подожди. Коктейль Молотова. Коктейли Молотова, кстати, тема, да. Можно закидывать врагов нормально так. Ну, давайте, побежали дальше. Оп! Короче, вот это задание я взял у какого-то там дядьки тоже в городе. Он какой-то там бандит, судя по татуировкам. И по тому, как именно он ведет свои дела, нам, короче, нужно на самую высшую точку какую-то там... Высшую точку какую-то забраться надо. Здрасте, ребят. Тьма какая-то там у нее опустится. Ходят слухи, что мы объединяемся против бандитов. Так. Бежали блокпост. Так, теперь.
Так, давайте взламывать. Найдите Пошли вон, блин. Так. Не убивайте меня. Я не хочу. Подбираем всякое говно. Сюда? Нет. Чуточек выше. Дядя, ну не надо, ну пожалуйста, ну. Что ты делаешь-то? Ага. Окей, так, еще раз. Драгоценности. Это мы вот отсюда, получается, пришли. Здесь, наверное. В зоне действия. В зоне задания. Эй! Ты вломился куда не следует. Дядь, ты серьезно? Тайный проход? Вот это тайный проход. Предполагалось, что он будет таким. На тебе не повезло, приятель. Я все еще ничего ни о чем не знаю. Меня прислал лавкач. Лавкач? Что? Он велел мне сказать сайонара. Вспоминаешь? Ладно, черт. С этого нужно было начинать. Лавкач ждет свой заказ. Еще бы. Видишь, это сломанная нога. Вот почему у меня нет того, что нужно лавкачу. Тебе помочь?
Не. Стой. Не возвращайся к нему. Он узнает, что я провалил дело, и мне крышка. А что мне ему сказать? Неважно, ему плевать. Он подумает, что я пытаюсь его наколоть. Эй, ты можешь сходить туда за меня? Осмотри склад на подземной парковке на улице Святого Иосифа. Перелезь через ограду прямо перед массажным салоном, войди в здание и спустись по лифтовой шахте. Не тараторь, помедленнее. Сначала скажи, что мне искать, раз уж тебе нужна помощь. Твою мать, опять куда-то идти, опять что-то делать? Контейнеры ВГМ, если верить слухам, дошедшим до лоткача. Там была военная база, созданная в первые дни после вспышки. А там, где военные, обычно всегда целая куча припасов. Каких припасов? Я не знаю, но обычно это хорошие вещи, изготовленные до эпидемии. Военным всегда доставалось самое лучшее. Лекарства, выпивка, все что угодно. Ха. Неудивительно, что Лавкач так хочет это заполучить. Да, вот еще что. Возьми эти петарды и попробуй, ладно? Типа отвлечь их, что ли? Это стало бы большим успехом для всех нас, но... Но сейчас я выбыл из гонки. Буквально. Понял. Вернусь, как смогу. Спасибо. Помогая мне, ты спасаешь мою задницу, приятель. Но ага. Я бы подождал ночи, прежде чем туда идти. Обе зоны сейчас должны просто кишеть зараженными. Спасибо за совет. Так, я понял. Это задание мы с вами выполнять. Будем не скоро. Так, встретил в Клоча один из Шуберт найти контейнер ВГМ на заброшенной парковке. Окей, так, побочное задание, пропавший парень из базара дымил, сказал, что все звучало как минимум сомнительно. Так, основное задание у нас... Вот. Давайте пойдем по основному заданию. Оп. Хай-я! Пока у нас есть время и силы. Мы будем с вами бежать. Ну, 150 метров. Да пошла ты в жопу, не буду я больше искать эти ингибиторы. Блин, отстань от меня. Так. Здорово. Я не по твою душу. Но я бы полечился. Я бы вот сюда сходил, да. Здорово, мужик. Привет, говори. Герман. Где Софи? Ты почему не на задании? Ты бы там пригодился. Ладно. Похоже, я должен подождать здесь. Так.
Завалился из петля, крыса, смотри, чё. Дома. Так, я думал, это будет очередной просто сон. Мия! А нам бежать еще в этом глюке. Еще и, судя по всему, 300 метров, да? Мия, где ты? Мия! О, нет! 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 Во, ему галёны снятся, конечно. Чё, ночь пришла, что ли? Джек и Джо заплатят за то, что сделали. У меня сразу были нехорошие предчувствия. Я понимала, что план Карла — дерьмо, но не стала с ним спорить. Чё дальше? Так какой теперь план? Теперь я буду доверять своему чутью. И больше такого не допущу. Поспеши ты туда. Может, кто-нибудь из наших выжил бы. Я думал, пилигримы бегают, как долбаные газели. Барни, заткнись! Что? Если бы он не опоздал, у нас был бы праздник, а не поминки. Может быть, ты нахуй пойдешь? На случай, если передумаешь. Я буду рад, если он помрет. Он может быть невыносим, но когда-нибудь мы добьемся лучшего для этого города. Нюхать там что-то наркоман еще сраный. Нанюхать своего клея, потом несет птичка, ерунду всякую. О, птичка, да, да, птичка. Невеличка, ёб твою мать. Ну, если давай, рассказывай дальше. Тех бандитов. Джек Хер и Джо Манда. Думаешь, если убьешь господ Хера и Манду, что-то изменится? Смерть обычно многое меняет в жизни людей. Карл был неправ. Мы должны отправиться за ним немедленно. Прав он или нет, мы должны ему помочь. Он один из нас. Мы спасем его и заберем кристаллы у Джека и Джо. А еще я не позволю им безнаказанно убивать моих людей. Ральф, Сьюзи, Логан, Птичка. Мы должны отомстить. Джек и Джо убили их, и теперь они сами умрут. Твоя рация. Иногда она немного барахлит. Сходи к Альберту. Он чинит такие штуки на раз-два. Спасибо. Это Айтер. Уходи, но не попадись никому на глаза. Вы хорошо смотритесь вместе. Я на крыше рядом, нужно поговорить. Сейчас? Речь идет о твоей жизни. Я порву их на куски. Так. Клянусь, я их выпотрошу. Да-да, клянись кому угодно, дебил. Так. Да нам. С Айтером. Почему я всегда должен собирать дрова? Почему Хельмут не может это сделать? Так, так. Проклятый койот. Что тебе нужно? Мне не нравится то, что здесь происходит, Эйден. Сначала бандиты Джека и Джо убивают людей Карла. Теперь Софи готовится ответить. Ты ведь тут не замешан? Ты же сам сказал сблизиться с ними. Я собираюсь обыскать лагерь Софи и решил предупредить тебя. Пошли слухи. Ты нашел Лазаря. Они могут заподозрить, что ты шпион миротворцев. Не похоже. По-моему, они рады любой помощи. Они так говорят. Но эти люди ненавидят нас, Эйден. И всех, кто на нас работает. Так что если они заподозрят, особенно такие, как Софи... Я справлюсь.
Лукас тоже так думал, и чем все закончилось? Было бы жаль найти тебя в какой-нибудь канаве без куска шкуры. Да нормально все будет, что ты сыж заклебал. Ты пришел сюда предупредить меня? Ты помог мне с Лазарем, а я забочусь о своих союзниках. Софи просто нужна вода, и все. Вряд ли она что-то подозревает. Ха, думаешь? Она ненавидит миротворцев. Винит нас в том, что мы не помогаем базару. И в смерти своей. Мне кажется, вы все немножко зациклились не на том, ребят. Будь осторожен. Спасибо за совет. Есть что-нибудь по расследованию? Тоже хочет узнать, кто убил Лукаса. Ну и что? Они знают, что если мы докажем, что Лукаса убили они, будет бойня. Узнаю Софи, когда она планирует напасть. И будь на связи. Что-то ты мне не нравишься. Мне вообще никто не нравится, я бы вообще не знаю. Не доверяй жителям базара. Они опаснее, чем кажутся. Так что, а чё мы как по эти, как на побегушках каких-то вообще? Понять не могу. Сбегай туда, сбегай сюда, блин, прибеги, принеси. Потом нам будут говорить, что мы двойные агенты какие-то непонятные. Похоже, Софи здесь нет. Надо ее найти. Должны... Пап, еще рано. Пилигрим, это есть одна вещь. Не думаю, что у Пилигрима есть на это время, пап. У меня зато, смотри, что есть. Тут есть башня. Точнее, мельница. Какая-то мельница у нас тут есть. Ач! Так. Мельница это кому достается? Понятно, бомжам. Или вообще никому, подожди. Так. Well. Пилигрим, это... Привет. Ты не видел Софи? Софи, да. Она пошла... Она сказала... Она пошла туда. Точно. Спасибо. Подожди. Есть еще... Еще одна вещь. Какая? Что-то не так с... Не работает. Ну, сломано. Так что... Папа спрашивает, не сломана ли твоя рация? Иногда она хрипит, но раз пока работает, лучше ее не трогать. Можно спросить? Конечно. Зови меня Эйденом. Винченцо. Эйден, как ты стал пилигримом? Это значит, ты убийца? Винченцо, почему? Что ты? Зачем? Не могу избавиться от ощущения, что это дядюшка Бой из этого, легенды об Анге. Возможно, мы поговорим об этом еще в другой раз. И спасибо, что предложили помочь с рацией. Цимси. А, да? Ну ладно. Так, а, вот. Если хочешь, появилась. Появилась, не запылилась. Как твоя рация? Теперь работает?
Иногда работает, иногда нет. Когда как. Сьюзи, Логан! Клянусь, я их порву на куски и сожру! Птичка! Ральф! За вас! Я вас люблю! Что дальше? Ты помнишь начало Птичка. Падения, Эйден? Смутно. А для меня, будто это было вчера. Какое-то время мы защищали церковь от зараженных. Моя мать командовала. Каждый день погибали десятки. Она помогала людям выжить, пока я присматривала за Барни. Она умоляла миротворцев о помощи, но им было все равно. Ну понятно, да, две фракции. В конце концов, ее ранили. Это произошло на рассвете. Меня привели к ней на крышу ризницы. Она увидела меня и заставила меня пообещать, что я присмотрю за братом. Она сказала это таким тоном, будто одалживала мне свою машину на вечер. После этого она назначила Карла своим преемником, а меня — его помощницей. «Ты вырастешь и станешь лидером лучше, чем Карл», — сказала она. «Но пока мир охвачен огнем, люди не станут слушать какую-то соплячку». Она ошибалась. Я тоже так всю жизнь думала. Но не сейчас. Сейчас я понимаю свою мать. Лидер должен быть безжалостным. И тогда я не была готова. Я готова сейчас. Я понимаю, о чем ты. И знаю, каково терять близких. Говоришь о ком-то конкретном? О моей сестре. Мне жаль. Возможно, жалеть и не стоит. Это мы еще выясним. Так поэтому ты пришел в город? За ней? Да. Софи, давай поговорим. Пора за дело. Нельзя дать Джеку и Джо подготовиться. Эйден! Эйден! Пошел ты! Мы снова начали. Да что ты? Глоток для храбрости. Нет, спасибо. Может, тебе не стоит столько пить перед делом, Барни? Мне? У меня самая крепкая печень в Велидоре. О себе лучше думай, Пилигрим. Да ты-то понятно, ты сейчас... Вон там, на крыше. Я слежу за тобой. Следи, он. Ты меня уже подставил, говно тупорылое, и не один раз. Так. Куда нам? А, вон. Миротворцы наблюдают за нами. Пусть смотрят, что будет с Джеком и Джо. И что может быть с ними. Ты сказала, что пришло время действовать. Мы действуем. Я отправила трех разведчиков к лагерю. Карл и Кристаллы должны быть где-то в здании. Так, лагерь бандитов. Пройдите к лагерю бандитов и с помощью бинокля определите точки входа, местонахождение главаря и возможности окружения. Чтобы захватить лагерь бандитов, необходимо убить главаря, его лейтенантов и присвоить тотем. Понятно. Охраны немного. Остальные, наверное, спят. В лагере можно попасть с нескольких сторон. Идти через главный ход самоубийства. Ты пойдешь первым. Мы зайдем с другой стороны. Возьмем их в клещи. Если все пойдет не так, отступим на базу. Куда? В мотель Танго. Так. Вход, вход. 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 Не знаю, ну давай попробуем. Так. Здесь рекомендуется действовать скрытно. Нажмите C, чтобы присесть, передвигаться в укромные места.
Открадитесь. Меняем план, Эйден. Они напали на наше убежище. Кто? Софи? Там мои люди. Найди Карла. Сделаю, что смогу. Так. Так, оповещатор. Я люблю стелс-миссии. Как же я их обожаю. Тихо. Так, подожди, нет, нам мы. Тихо. Тихо. Главное, чтобы он тот не поднял. А где он? Главное, чтобы вот этот бучу сейчас не поднял. Вот так. Хорошо. Аккуратненько так. Сколько их там? Ух ты ж, ёб твою мать. Но нам, по идее, примерно куда-то сюда. Это что сейчас? Это где? Кто? Ты что материшься? Ты что материшься-то? Ты что? Матершинник какой? Это лейтенант. Так.
жопа чешется. Убожество. Тебе нравится? Мне очень нравится. Нравится, а? Может, это перевалит? Да ёб твою мать, я... А, на шифт надо было нажимать. Ты тупорылый мудак. Нихера у тебя удары там. Так. Слушай, ну тут что-то по стелсу как-то вообще плевать. Да слышь. Вообще враги однотипные. Тихо. Сейчас, 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 братан, сейчас, подожди. Давай, 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 я иду, я иду, я иду. Тебе пиздец. Так. Рубашка медбрата. Что дальше? А куда нам дальше? Давай, 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 давай. Все? Так а нахрена нам по стелсу проходить, не пойму, если мы можем просто пробежать, всех зарашить и забрать, прибрать базу себе. На самом деле. Да она в 10 раз храбрее Карла. Круто! Классно. Так, это что, бегущий сквозь толпу? О, прикольно. Быстрый подъем. Скольжение. О, скольжение. Скольжение довольно нужная штука. Так. Задача добавлена. Освободите Карла. Да, не за что, ёпта, ребят. Конечно, все ради вас. Пилигрим, где все остальные? На них напали. Где кристаллы? Вон там. Свяжись с Софи. Скорее. Не думаю, что у нас получится. Софи? Карл со мной. Вообще не уверен. Что с парнями? Софи? Софи? Как я и сказал, вряд ли получится. Ты должен помочь им. Да, конечно. Куда мне идти? В мотель Танго. Там убежище Софи. Беги. Быстрее! Давай, спасибо. Так, ну делать мы это, короче, уже будем с вами в следующей серии, ребятушки. Ну а пока подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, обязательно комментируйте. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро!